Друзья, всем привет! В эфире Мотолайф. Представляем вашему вниманию свободный мотоцикл. Это у нас просто очень-очень чудесный аппарат. Honda CRF 250 Rally. Так, сразу смотрим у него. Оценка, как вы видите, просто шикарная. Мотоцикл 22 года. Пробег у него 886 километров. То есть мотоцикл практически беспробежный. Еще даже обкатку особо не прошел. То есть, у нас такая маленькая Африка, как ее называют, 250 кубовая. Ну давайте сейчас проверим работу оптики. Прокатимся кружок и посмотрим детально. Так, поворотник один, второй, дальний, ближний. Здесь смотрим. Также поворотник один, второй, стоп-сигнал, все работает. Кружочек сделаем на нем. Да, многие из вас могут сказать, что вот нафиг нужен такой вот мотоцикл 250 кубов за такую цену. Но ценители, на самом деле, люди знающие, понимают, что этот мотоцикл того стоит. По праву, как бы называется, маленькой Африкой. Сам лично был свидетелем. Девушка из Магадана на таком мотоцикле. Ой, из Турции ехала в Магадан на таком мотоцикле. Так, он еще есть АБС-ка у нас, оказывается, да? Все, АБС-ка у нас потухла. Все работает. Ну, давайте посмотрим его более детально. Итак, стоит вот такая вот маска. Оптика чем-то похожа на очки старых летчиков времен Второй мировой. Такие вот у него вот сделаны обода. Очень прикольно смотрится. Так, кстати, сразу номер рамы не сказал. Сейчас мы это все исправим. Номер рамы у него, последние цифры, 0617. Сонечку сюда засунем. Так, смотрим дальше. Поворотники мы уже посмотрели, все на месте, все работает. Оптика также работает. Крыло абсолютно целое, без повреждений каких-либо. Резина практически новая. Все с волосиками, все как положено. Вилка без каких-либо следов эксплуатации. Выглядит очень хорошо. Тормозной диск также практически без износа. Ну как практически, вообще без износа. Новый, вот, 800 километров. АБС-ка, все, спицы, диск, обод, колеса, все в отличном состоянии. Здесь по пластику вообще без нареканий. Пластик все в отличнейшем состоянии. Двигатель, ну, не двигатель, коллектор, вот насколько мы видим, состояние нового. Пластик здесь снизу также без каких-либо нареканий. Так, подножки водителя, пассажира. По двигателю вообще никаких вопросов нет. Рама, все абсолютно новое. Маятник, тормозной задний диск. Все с АБС-очкой, все как положено. Пластик здесь без нареканий. Заднюю оптику мы уже видели. Хвост целый. Заднее колесо, так же как и спереди, практически новое. Такой багажничек стоит аккуратный, можно кофр прилепить сюда. Здесь у нас ящичек стоит под инструменты. Так, кстати, по выхлопу легкая потертость имеется, абсолютно не критично, ее даже не видно. Здесь у нас маятник также в отличном состоянии, все башмаки, все целое. Вытяжка на самом начале только, то есть еще ездить и ездить. Цепь звезда. Так, насколько там видно, ну, из-за защиты особо не видно, но цепь звезда в хорошем состоянии, ну, новая практически. Подножка пассажира, водительская, боковая подножка. Двигатель здесь точно так же выглядит, как новый. Весь пластик в отличном состоянии. Вообще не поцарапан, не потерт. Все наклейки живые. Сидушечка красненькая такая вот, оригинальная. Все абсолютно целое. То есть к мотоциклу вообще претензий никаких. Ручка целая, сцепление, кнопки все есть.
руль с распоркой стоит, труба сама целая руля, кнопки здесь целые, дроссель, ручка тормоза, стоят вот такие вот защиты с обоих сторон на руле, абсолютно целые. А, здесь у нас приборочка, все по приборке, смотрим, вот все, пробег 886 километров, вся приборка работает. Мотоцикл просто шикарный, то есть, ну, для тех, кто понимает, что это за мотоцикл, он действительно в очень отличном состоянии. Мотоцикл в наличии, свободный, кому интересно, звоните, пишите, спрашивайте. Всем спасибо, всем хорошего дня.